Они спокойные, хладнокровные, рассудительные и очень меткие. Минувшие выходные в стрелковом комплексе «Ловчий плюс» прошло сразу два турнира. Большой приз Тольятти и третий этап Кубка России по спортинг-компакту. Более 200 участников боролись между собой за первое место. Все подробности турнира у Ивана Шумилина. Тольятти уже многие десятилетия является центром притяжения лучших стрелков России и мира. В минувшие выходные стрелковый комплекс «Ловчий плюс» принимал третий этап Кубка России по спортинг-компакту, а также в юбилейный 20-й раз организовал турнир «Большой приз Тольятти». А главный приз действительно солидный – автомобиль «Нива». Если мы говорим «Большой приз Тольятти», это турнир, который 20 лет назад мы учредили. Я имею в виду Тольятти, «Ловчий плюс». Это самый такой традиционный и, наверное, единственный турнир, который насчитывает 20-летнюю историю. Поэтому кто-то сегодня из гостей, из наших, кто принимает участие, уедет на этом автомобиле, да, на новеньком автомобиле, это всегда приятно. География участников поражает. Приехали буквально все. От Владивостока до Калининграда. Более 200 человек собрались на берегу Волги, чтобы побороться за главный приз. К счастью, у нас большой опыт 20-летний, и поэтому мы знаем, что нужно стрелкам, чтобы обеспечить и безопасность, и комфортное пребывание, и питание, и так далее. Поэтому все соответствует всем требованиям. По всем параметрам. Поэтому я очень доволен. Немного о формате соревнований. Территория была разделена на 8 стрелковых зон. На каждого стрелка 200 мишеней по 100 в день. Формула проста. Кто выбьет больше, тот и победит. А вот и главный момент всего дня. Финальные перестрелки лучших из лучших. Семеро самых метких определяют места на пьедестале. Зрители затихли, слышны только звуки установок и выстрелов. В итоге в категории А победителем стал Николай Кобяков из Якутска. Победил в упорнейшей борьбе. Намазал, конечно, тут такие мишеньки. Ну, повезло. Подготовки особо не было, потому что, ну, ситуации такой. Там у себя в городе Якутске на своем стенде тренировались, занимались. Ну, приехали заранее, конечно, пристреляться. За два дня приехали, пристрелялись. Ну, полет очень хороший, понравился. В категории «Б» сильнейшим оказался Никита Прахов. Также по итогам соревнований три спортсмена получили звание мастеров спорта. Илья Бобылев, Рамир Николаев и Никита Прахов. Турнир окончен, победители известны. В очередной раз один из лучших стрелковых комплексов России «Ловчий плюс» организовал соревнования на самом высоком уровне. Иван Шумилин, Дмитрий Котельников. Новости Тольятти.